Это многоразовая маска, созданная из льняной ткани. Это натуральная ткань. Это дышащая маска, двухслойная. И она повторяет анатомические черты лица, то есть она удобная в носке. И внутри есть кармашек, в который вставляется прополисный холстик. Так как наша компания работает с прополисом и с продуктами пчеловодства, мы вот этот компонент решили внести в маску, так как он является природным антисептиком. Он и приятный по запаху, и обеспечивает микрофлору внутри маски, комфортную для дыхания и с антисептическим эффектом. Прополисный холстик, безусловно, не принесет вреда человеку. Единственное ограничение – это люди, которые имеют аллергию на продукты пчеловодства. Тогда наша продукция им не подходит никакая. Потому что если есть аллергия, то тут его использовать категорически нельзя. А так прополис не может принести вред. Но я думаю, что мы в своей линейке это средство оставим. Оно...